Современная автобусная остановка пострадала от рук вандалов. И что делали два пожарных расчета на Мурадяна-20, если возгорания там не было? Об этом не только прямо сейчас. Телеканал НТР начинает свое вещание. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Новая автобусная остановка возле парка «Семья» пострадала от рук вандалов. Неизвестные разбили боковое стекло конструкции. Сообщения об этом в интернете появились в минувшее воскресенье. Сейчас последствия такой выходки убрали, однако факт остается фактом. Вандалы разбили стекло с той стороны, где не установлены камеры видеонаблюдения. Но наверняка подобные действия не останутся без внимания сотрудников полиции. Покой жителей дома по адресу Мурадяна 20 нарушили сирены экстренных служб. Все произошло в пятницу вечером. По словам очевидцев, один из местных жителей вылез на карниз балкона и пытался спрыгнуть. На место выехали два пожарных расчета, полицейские и медики. К счастью, мужчину удалось вернуть квартиру и тем самым избежать несчастного случая. Что подтолкнуло нижнекамца на столь рисковый поступок и что теперь грозит нарушителю покоя, узнаете в итоговом выпуске новостей 18:30. Можно ли с нуля реализовать бизнес, как удержать и завлечь клиентов, повысить свой заработок и найти инвесторов? Об этом начинающим бизнесменам Нижнекамска рассказали представители фабрики предпринимательства. Сейчас они набирают новую команду. Для этого на протяжении 3 месяцев предприниматели будут делиться с нижнекамскими бизнесменами своим опытом, а сильнейшие выйдут в финал проекта. Нижнекамскую пристань окутала музыка. Там прошел первый концерт под названием «Музыкальная набережная», собравший целую плеяду городских артистов. Выступали перед зрителями профессиональные певцы и коллектива «Дома дружбы народов». Последние были приглашены не случайно, ведь девиз праздника призывал к дружбе, миру и любви. А по словам организаторов, собираться у амфитеатра на набережной должно стать доброй традицией. 12 градусов тепла и пасмурно. Такая погода сейчас за окном. В течение дня воздух прогреется до плюс 15. Через пару часов мы вновь расскажем вам о последних событиях, которые произошли в городе, а также из храма украли грудного ребенка. Сейчас наши корреспонденты выясняют все подробности этой истории, и к этой теме мы обязательно вернемся чуть позже. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на наш сайт ntr-24.ru. До скорой встречи.